Не опасно, но и неприятно. Две мины обнаружили при рекультивации городской мусорной свалки в городе Канаш. Съемочная группа программы «Республика» одной из первых оказалась на месте. Наталья Мальчикова подробнее. Сегодня в 9:43 утра на телефон оперативной службы города Канаш поступил тревожный звонок. Очевидцы сообщали о том, что на территории полигона города Канаша были обнаружены два подозрительных предмета. Предположительно, это являлись мины. Оперативно саперы выехали на место, оцепили всю территорию. И вот что нам очевидец рассказал по этому поводу. В ходе утреннего обхода мы нашли два подозрительных предмета, очень похожие на мины. Соответственно, вызвали полицию. Естественно, тут собрались и пожарные, и медработники, и полиция, и ФСБ. Сразу разбирательство, сразу Чебоксар вызвали кинологов с саперами. Как они уже добрались сюда, нас сразу в оцепление, на безопасное расстояние. На вашей практике, вот вы сколько работаете здесь, были такие подобные случаи? Впервые. Испугались, как отреагировали? Не успел даже осознать, что там, ну... Не то чтобы чувство страха, а так подозрение просто. А по каким признакам вы определили, что это все-таки опасно? Форма, соответственно, в армии встречались. Округлой формы, диаметр где-то 35-40 сантиметров, толщиной 6 сантиметров. Видно было то, что это непростая вещь. Были задействованы службы сил и средств территориального РСПЧ для выяснения данного инцидента. После прибытия данных служб и определения, что данные предметы оказались учебными минами, была дана команда «Отбой». Они не опасны. Отметим, что этот полигон не функционирует с 2016 года. Сейчас здесь ведутся рекультивационные работы. То есть территорию 8 гектаров полностью выровняют и установят зеленые насаждения. Работы должны быть завершены к ноябрю 2021 года. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, город Канаш, Республика.